啊，哎呀！乌克兰媳妇第一次盲人按摩是什么体验？大家好，今天带着丈母娘来按摩。最近我妈妈给我们看孩子，估计太累了，一直咳嗽好长时间，好不了。妈妈，пойдем на китайский массаж, пойдем попробуем, как ты хочешь? Ну, пойдем попробуем, конечно. Да, может поможет, может выздоровеешь сразу. Ну да. Главное, вы знаете, это слепой человек. О, да. Ты понимаешь, что такое слепой? Мало. Вот это да. Мы как это? Мало, в мире все это серое.内心是彩色的。如果看我的睡衣，漂不漂亮？漂亮。阿迪还有我的金包包。好厉害！安娜，按上面那个黄色门铃。莉莉安娜。莉莉安娜。莉莉。梅姐，巴布是个动漫，多少部电视接了去马萨？你不接接了去马萨？да, ты или попробовать? Ты же тоже кашляешь, кхм-кхм. Лицо туда, сюда. Бородавка тут на спине, чтобы не сильно трогал. Или ничего? Не ничего, надо, ничего. Ничего, он не будет так сильно дергать. А, да, будет нажимать. А, нажимать? Да, нажимать. А, нажимать, может, ничего. Так же. Да, руки так. А, да. Вот так? Да. Лицо туда сунуть. А, да, чтобы все ровно. А, да. Так вот. Ну, кажется, да, 难受. Ну, мне вообще... Грудь в кашель же ж меня. Эй! Сукушу, а? И все. Сколько минут делается массаж? Один час. Час? Да. Ты думаешь, сколько? Часу. Ага. Ты учишь шушу для мамы Ани. Больно делать, да? У меня есть места, где больно, да. Но да. Я же терплю, потому что если я скажу, не будет давить, а что что-то будет массаж тогда. Ну вот сейчас тоже больно, конечно, но я думаю, как раз у меня там проблема. Ты можешь просто ему сказать, скажу, ой-ой-ой, да? Угу. Ну, чтобы он не ослаблял, не делал слабее. Я просто... Ой-ой-ой-ой. Больно. Ой, там, наверное, проблема, да, в этом месте. Он чувствует проблему. Ты говоришь, что это место, что-то есть, 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 что-то Слепой человек делал массаж. А так больно мне делал. Да, они делают не для отдыха, да, для лечения. Ой-ой-ой, как больно. Как будто палкой на меня давят. Не окай сама, не окай чи лома. Как не мать, что хочет. Чао, да. Лала, за ли бер амо, не за ли бер чи.什么操作？你要吃哪个？吃这个，哭啦啦，哭啦啦！咦呀，咦！一个房给走一个多小时。一个房子走一个多小时，那得多大个房子？两多米吧，不对，是九多米。我请大家吃一片，啊，骗你们吃几片。安娜给我吃了块饼干，而且还是拿口水舔了一下，是不是湿湿的？没有。把别人弄去。哦，接下来干了吧。голова вообще хорошо， вот так вот тоже так приятно хорошо， бабах бабах， 那谢谢。哦，不客气。安吉拉现在开始做呀。我之前没做过，第一次今天不知道烫不烫。一个地方本来有问题，你按就更烫。哪个地方有问题？那是戒心的事儿。那好紧张，我都忘记过了。对。我那时候不能吃面。脊椎不好。脊椎不好。脊椎哦，低头不要使劲操。嗯。
тебе. Он перестал шею делать. Сон, сон. Ай, а, по всему, по всему, по всему. По всему, окей, хуай. Ай, я. Ай, пэтхан, окей, хуай, хуай. Я вот так, тиши, цуа. У меня как-то шоу-вей, чин, сон, идя. Йо. Йо, как-то. Чао. А, на чё си. А, кей, ши. 他这是不是经常做的就能有点改善，能改善改善啊，能改善。一个星期，一个星期啊一次啊。哎，不是练的，不就是，不就是练打字。Как вы сейчас легче стало? Ага, да. Да. Хорошо. Так. 看见你俩在这儿疼的，好像有点幸灾乐祸的感觉。待会儿你也试一试啊。我就别了，你体验一下就行了。我已经知道了。知道疼。哎，但是疼完了就不是就已经轻松多了吗？你又吃了，你又吃了，你刚出来出去玩了会儿。嗯，妈妈好不好？好玩，好玩。我要重生了。下次把皮喝了，少的。嗯哼。那。那我们走了，你们慢点啊，慢点啊，哦，再见，啊哈，那小拜拜，再见啊 ，спасибо, 谢谢вам, 我去看看手机了，你，不用谢，不用谢，拜拜啊，路子慢点啊，我们要回来，我们做了массаж, 回家，怎么说，什么感觉，больно было, конечно, наверное, массажист чувствует, где проблема, надо размять.И в этом месте давит, и давит, и давит, и давит, и давит, и давит. Вот. Расслабилось это место. Да, было больно. Шею делали больно, спину делали больно. А голова нормально, голова не больно. Голова уже приятна просто. Ну, мне тоже было больно в некоторых местах, конечно. Видимо, там есть кое-какие проблемы у меня.Ну ничего, зато потом уже после массажа как такая легкость, так хорошо. Еще придешь? Еще можно, да. Я думаю, один, наверное, мало. Можно еще немножко прийти, несколько раз. Меньше было, меньше болело. Ой, я этот расслабилась на массаже, теперь спать хочу. Хау, пау.